что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. Что за праздник? В небе праздничный салют, фейерверки там и тут. Поздравляет вся страна наших ветеранов. А цветущая весна дарит им тюльпаны, дарит белую сирень. Что за славный майский день? Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют сквозь солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает небо, рассыпаясь там. Что такое День Победы? Это песни за столом, это фрукты и конфеты, это дедушки на альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.